Штаб по комплексному развитию региона в первый раз за долгое время собрал всех глав муниципальных образований области. Участников совещания рассадили соблюдением социальной дистанции в 1,5 метрах друг от друга. Такое внимание к заседанию не случайно. На нем обсуждался план перехода экономики к нормальному состоянию. В плане обозначено 100 различных мероприятий, которые должны помочь выйти на докризисный уровень. Как рассчитывает правительство, на это потребуется 1,5 года. Меры направлены как на поддержку предпринимателей, так и реального сектора и стимулирования занятости. Суммарно общий объем стоимости данного плана превышает 30 миллиардов рублей. Здесь мы говорим и о как средствах регионального и федерального бюджета, так и о частных инвестициях. Меры поддержки в регионе уже осуществляются. Так, на прошлой неделе перед бизнесом была погашена задолженность государственных и муниципальных органов. 306 миллионов рублей за неделю погасили. Представляете, какой объем финансовых средств мы направили на поддержку таким образом малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области? Не какими-то обещаниями, а прям реальными деньгами. Однако есть и другая проблема с долгами. Они сохраняются у муниципалитетов перед ресурсоснабжающими организациями за поставленное тепло. Особенно остро стоит проблема в Димитровграде. Я обращаюсь, пользуясь случаем, что здесь коллеги нас сопровождают, к городской думе Димитровграда. Верните деньги за приобретенные теплоэнергетические ресурсы. Не лишайте горожан тепла, воды, энергии. Дайте возможность подготовиться к городу к новому отопительному сезону. Откажитесь от своих излишних трат. Уверяю вас, горожане это заметят. Между тем, в области уже началась подготовка к новому отопительному сезону. На нее будет направлен почти 1 миллиард рублей. Работы включают в себя ремонт и замену котлов в ряде котельных региона. По итогам мая готовность должна быть 10%, по итогам июня 45%, по итогам июля 70% и августа 100%. Включает в себя планы социальную поддержку жителей области. Сергей Морозов подчеркнул, что деньги для выплаты президентских пособий для семей с детьми от 3 до 16 лет в область поступили. Денежная помощь составляет 10 тысяч на каждого ребенка. Всего регион получил на эти цели 1 миллиард 300 миллионов рублей. Губернатор подчеркнул, что все деньги должны без сбоев прийти ульяновцам. Как и доплаты медикам. Президентские, федеральные, региональные. Каждый из вас, глава муниципальных образований, будет нести персональную ответственность. В случае срыва на выплат, не только главные врачи, но и вы будете нести соответствующую долю ответственности. Мы вас научили, на что надо обращать внимание, как надо работать с работниками здравоохранения и, конечно, как надо контролировать. Большое внимание будет в 2 летних месяца уделяться детям и семьям. В регионе стартовал большой семейный марафон, который завершится 8 июля в День семьи, любви и верности. Каждая неделя до этого праздника будет тематически посвящена одному из направлений. Например, совсем маленьким детям, бабушкам и дедушкам, или доброжелательному отношению к семьям в учреждениях здравоохранения и соцзащиты. Первая неделя, которая стартует сегодня, мы так и назвали «Детство в безопасности». В рамках этой недели мы предлагаем провести целый комплекс мероприятий, направленных на повышение информационной безопасности детей, акцию «Дети не летают», «Осторожно, дети». И закончится наша неделя безопасности конференцией по безопасности детей «Лето без опасностей». В целом Сергей Морозов отметил, что наиважнейшей задачей недели будет стабилизация ситуации во всех сферах социально-экономической жизни. Егор Титов, Руслан Баталов, новости Управда ТВ.